Вітаю, прес-центр продовжує свою роботу. Будемо говорити про студентський фест, який відбудеться вже цієї суботи. І в прес-центрі бере участь Микола Ткаченко, голова Ради студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Тож пан Микола нам розкаже сьогодні, що ж буде цієї суботи. Здравствуйте, Юлія. Смотрите, у нас, получается, ежегодно проводится день открытых дверей. 2-3 раза в год для привлечения абитуриентов, чтобы рассказать им, как там все происходит, какая специальность, что надо учить, что не надо учить. В этом году формат был обновлен, скажем так. Это такой день открытых дверей 2.0. Как только на пост стал наш новый ректор Сергей Иванович Аквитин, который, наверное, кстати, у вас был на шахимате, они продумали новый формат именно такого мини-фестиваля. То бишь, у нас ботанический сад, мне кажется, о нем много кто знает. На локации этого сада расположено 14 маленьких таких группок людей от каждого факультета. И там они продумывают свои интерактивы по своей специальности. Там эконом, какие-то экономические игры, физтех показывает запуск ракет и все в этом духе. В эту субботу, то бишь уже завтра, с 11 до 3 часов дня, в том же ботсаду будет происходить все то, такая же, скажем, движуха. Будет очень много локаций с интересными моментами, будет много интерактивов, квесты, экономические игры, стрельба из лука, биохимические какие-то приколы. Там будет очень интересно, то бишь каждый абитуриент, возможно, кто-то еще не будет выпускать в этом году, но он может прийти и найти что-то для себя, что-то интересное. Вот вы сказали, что это происходит каждого года, то есть формат залишився, але формат, ви сказали, там можна щось вчити, щось не вчити, дивитися, як там треба. Ну, студент собі завжди обирає якусь методику, яка йому більше подобається, так? А тут розвага більше буде, так, цього року. Так, ми, скажімо так, просто зробили більше в інтерактивну сторону, щоб було інтересніше, ти мені це зріс, і більше запам'яталося. Більше запам'ятовувалося для абітурієнтів, тобто для наступних поколінь університетських, які захочуть вчитися у нас нашому славнозвісному закладі освіти. Це відомий, вже багато років, багато поколінь випустив наш університет Дніпровський. І дуже хочеться, щоб люди приєднувалися. Так от, від кожного факультету, мабуть, були якісь задачі особливі. І ви теж представник одного з факультетів. Так от, що ваш факультет представляє на завтра? Я не хочу розкривати всіх карт, тому що лично я не приймав участь в підготовці цього всього мероприятия в плані именно моего факультета. Но слышу, что там что-то интересное. Не хочу поговорить заранее, потому что буду что-то напутать, потом совру, потом мне скажут, что я врушка, поэтому не буду, извините. Но могу сказать, что будет на других факультетах, просто для интереса, чтобы подогреть. Факультет примат, прикладная математика, будет показывать, как программировать на C++. Будут показывать свою роборуку, с ней можно будет поздороваться, пообщаться. Физтех будет проводить Space-викторину, то бишь там будут вопросы по космической отрасли, можно будет проверить свои знания. Экономический факультет будет проводить экономическую игру со своей валютой, законами и всем остальным, тоже очень интересно будет. Биолог и экологический факультет будет проводить такую квиз-игру, связанную с биоинженерией и биохимией. А от остальное вже увидите завтра. Так, скільки всього буде представлено факультетів? Чи відомо вам, вистачить ботанічного саду для усіх чи ні? Чи там якась, можливо, окрема локація, де всі разом можуть потрошки виставити щось найважливіше для них? Ну, места у нас всегда было много, так и оно и останется, я считаю. Там хватит для всех места. Каждая локация отдельного факультета расположена, скажем так, в разных уголках ботсада, чтобы мы друг другу не мешали, чтобы можно было как можно больше людей к себе привлечь и с ними пообщаться. Все будет відбуватись одночасно. Так, кожен точно. Факультет буде за оцей проміжок часу виставляти щось для себе найкраще, так? Да. А як ви думаєте, хто буде найзапитанішим і який факультет завжди був попереду? Куди люди намагалися прийти, подивитись, поцікавитись і, звичайно ж, вступити? Филфак, экономический факультет и физтех. Три такие специальности. Да, вот, это такие три очень ярких факультета. Вот я так считаю, по крайней мере. Я просто уже 5 лет в ВУЗе, и это мое такое субъективное мнение по этому поводу. Но я думаю, что да, это самые яркие факультеты. А какие студенты наиактивнейшие? Чи це ж студенты готуют, так? Студенты и преподаватели тоже. Да. Студентская рада брала участь у подготовки? Чи, можливо, есть еще окремые факультеты, чи окремые группы людей, которые занимаются организацией проведения вот таких вот заходов?
проходит? Все происходит в коллаборации с администрацией вуза. То бишь работают как и преподаватели, как деканат, так и студенческий совет. Там нет такого разделения труда, мол, мы сделали больше, вы меньше. Просто работаем вместе, на общее благо. Угу. Но все одно є студентів багато, а да. Треба, щоб були якісь активісти, які, можливо, захочуть проявити свою ініціативу і зробити більше для того, щоб це свято було справжнім святом. Ну, у нас так обычно любит перестараться исторический факультет, который приносит с собой топоры и лук. И можно будет прямо по месту пострелять, что очень заинтересовывает. Также очень сильно постоянно, ну, как сказать, механика и математический факультет. Мехмат, у них не самый большой факультет, но он очень яркий. Они постоянно стараются сделать там баннер, браслетик, какие-то интерактивы, конфетками накормить первокурсников, что-то еще сделать. То бишь, они прям яркие, их можно запомнить. Этим летом, только когда был первый опыт проведения данного фестиваля, после этого к ним пришло гораздо больше первокурсников, нежели за предыдущие года. Я считаю, что это достижение. Тобто такі фестивалі потрібні, необхідні для того, щоб люди вже прийшовши, познайомились з учасниками і розпитали наживо, як вам вчиться, як, наскільки добре ви отримуєте освіту, чи буде перспектива на майбутнє? Ну так воно, в принципі, відбувається, просто я, который поступал в году так в 17-м, я помню просто свой день для дверей, это был дворец культуры студентов, это был такой строгий официоз, строго по вопросам, буклетики, там брошюрки, все остальное. О чем-то интересно спросить нельзя было, грубо говоря. А тут ты приходишь, там играет музыка, там люди ходят, улыбаются, там шарики там раздают. Может, сладкая вата у кого-то будет, это так, возможно, ничего не обещаю. А вот как вам хотелось, справді, когда вы пришли, вы же все одно познакомились с теми студентами, которые уже учились на той час. Чи изменилось у вас в після того, як ви стали вже студентом? Я мечтала о беззаботной жизни студента, но в принципе все к лучшему, я считаю. У меня было одно представление о студенческой жизни до поступления, после оно в корне изменилось, но ничего хуже не стало. Я считаю, что все так, как должно быть. То бишь студенты учатся, работают на благо там вуза, себя и помогают, в принципе, общему делу. За чий кошт, за чий рахунок відбуваються такі фестивалі, адже все одно потрібно вкладати. Ну от ви казали, що може бути чи там солодка вата, чи може бути цукерки, чи там якесь оформлення, все одно на це потрібні гроші. Чи це за рахунок студентів відбувається, чи, можливо, є якийсь фонд, з якого можна взяти гроші і підготуватися до утримання такого фестивалю? Ну, смотрите, я не осведомлен о бухгалтерской точки зрения именно от этой ситуации. Возможно, такой фонд есть, может, бухгалтерия выделяет на это деньги, но в основном это происходит со стороны спонсоров, то бишь администрация ищет спонсоров на тот или иной, допустим, там продукцию, допустим, те же баннера для факультетов, и просто с ними сотрудничаем, там, может, по бартеру, может, по каким-то договоренностям другим. Это уже вариативно с каждым. Угу. Но все одно каждый факультет и студенты же, они готовятся, так? Конечно. То все одно треба, чтобы хотя бы что-то можно было для наглядности показать. Так, і потрібно, щоб і люди мали уяву, як же виглядає цей факультет, так, і щоб був якийсь фонд, з якого можна було би розраховувати на якесь дійство. Так? Ну, ті ж топори принести, то, можливо, вони є у факультеті, так? А якщо це щось інше, то, звичайно, потрібно на це кошти. Музика, музичний супровід і усе решта – це теж, мабуть, коштом студентів. Ні, у нас є прекрасний дворець культури студентів, які предоставляють апаратуру на проведення мероприятий. Угу. Все вже готове, так? І не потрібно нічого там придумувати. Тут, слава Богу, все безплатно, так. Ага, так. Ну, тобто це таке дійство, куди можуть прийти як дорослі, так і діти, відкрите абсолютно. І часто, мабуть, ви можете поспілкуватися. Чи є якісь заходи, які сприяють спілкуванню, залученню людей? Тобто вікторини, наприклад, якщо будуть просто люди гуляти парком і будуть підходити до вас, то, звичайно, потрібно з ними проводити якісь бесіди. Звісно. Так? Залучати до нашого факультету, до нашого університету і так далі. Ось ця група людей, вона повинна працювати і бути, мабуть, найактивнішою. Що це за люди? В основном это или активные студенты, или участники студенческого совета. Третьего вроде как не дано. Как это в принципе происходит? Просто стоит, скажем, там стенд физтеха того же, они там что-то, какие-то проводят интерактивы, и рядом с ним
ходят такие люди в футболке физтеха и, скажем так, как продавцы-консультанты в магазине, вас агитируют что-то не приобрести, а поступить туда. Рассказывают, как хорошо учиться, какие у нас проходят мероприятия студенческие, что, в принципе, у нас происходит и какая это студенческая жизнь. А хто переважно приходить на такі фестивалі? Адже ми знаємо, що ось нещодавно, влітку, тоді, коли люди обирали собі професію, приходили абітурієнти, вони приходили цілеспрямовано. Вони знали точно, що їм потрібно дізнатися якомога більше про той чи інший факультет. А зараз це вже більш такий захід веселіший, так? Він цікавіший. І, можливо, якраз прийдуть люди, які випадково потраплять. І от не дарма ви сказали, що добре, що були отакі заходи, тому що люди прийшли на неочікувану спеціальність, і їх набагато більше було, ніж тоді, коли ще таких заходів не проводилося. Ну, як вам сказати? Я думаю, що ви тоді вже, коли тяжело будете... Тяжело просто сказати, вже, що так, ну, звичайно, коли люди будуть просто прогулюватися парком, дивитися і дізнаватися... Чим більше людей, скажімо так, покроємо цим мероприятиями, так грубо говоря, тим більше буде вихлоп, скажімо так, з поступаючих людей. Тобто у нас буде більше студентів, більше спільної активності і все остальне, я думаю. Ну, от так, по крайній мере. Ну, от зараз, хто переважно ходить? Є у вас... Ну, смотрите, фестиваль, який був літом, перед поступлением были и родители, и абитуриенты, и маленькие дети. В принципе, у нас там были игровые зоны для детей, там ясельки и все остальное. У нас в этот раз, я говорю, тоже будет. Люди, которые приходят со своими детьми маленькими. У нас есть факультет психологии и специального образования, там есть логопеды и воспитатели по среднему образованию. Там с ними можно будет оставить ребеночка и погулять со своим старшим. Навіть так можна зробити. Все продумано. Так, добре. І ще скажіть, от, Микола, ви маєте досвід у тому, як не просто вчитися, а ще і брати активну таку соціальну роль на себе, так, бути у раді студентів. Ви для цього щось робили особливе? Чи ви просто туди потрапили і тепер оцю місію тримаєте на собі? Ну, скажімо так, я з першого курсу був активним студентом, тобто я участвував в мероприятиях, допомагав там організації того чи іншого, в принципі, теж мероприятия. А в самому студентському совєті не состояв в принципі. Ну, тобто був студактив мероприятия і тільки. А потом, в прошлом году, когда у нас была такая сложная ситуация в ВУЗе и, в принципе, карантин, не было заинтересованных, и я решил взять на себя, скажем так, это бремя и пошел избираться на пост студенческого совета всего ВУЗа. В принципе, получилось, я пришел максимально без опыта, был максимально, ну, не знаю, как описать, просто прихожу, не понимаю, что мне делать надо. За 2-3 месяца я понимаю, что надо делать, как это надо делать, как надо двигаться и с кем надо двигаться. И вот сейчас, в принципе, совмещаю довольно успешно. Ну, как сказать, я прихожу на пару, минут 15 сижу, потом мне звонят: Коля, подпиши приказ, а потом какое-то совещание, вот так вот пара вся и проходит. Но я стараюсь учиться сам. Так, тобто ви отримаєте таке освіту. Ні, у мене два образування, я... Дві освіти, да, навіть. Да, да. Привик уже. Ну, ви можете навіть зараз порадити студентам, які приходять на перший курс, як на себе брати абсолютно все. І студентську роботу, так, і соціальну якусь, і ще соціально значущу для університету. Тобто ви, можна сказати, що так обрали для себе нелегкий шлях. Я вам вот скажу, я лично сам был такое время, когда боялся просто брать на себя ответственность в плане студенческого освета, потому что будет мало времени для себя любимого, ну, то бишь свободы. Я вот что скажу студентам, и тем, кто будет поступать, и в принципе, по молодому поколению. Как можно больше загребайте на себя, занимайтесь чем угодно, чтобы у вас не было свободного времени, потому что в дальнейшем, ну, пока молодые, пока мы это можем сделать, надо делать все, что в наших силах. Ну, вы встигаете сделать, там, выполнить все вчасно, да, да. То есть этот дедлайн вытримать? Ну, возможно, вытримать. Там дедлайны смещаются на пару часиков, конечно, на денечек может даже, но все выполняется. Угу. Главное просто делегировать. Так, а дві освіти одразу – це теж задача не з легких. Чи можете ви порадити зараз тим студентам, які вчаться, і як отримати другу освіту? Тут нічого складного на самом деле немає. Розкажу, як це було у мене, якщо можна. Будь ласка, так. Я поступав в 17-му році, поступив в ДНУ, я був дуже рад, і мама мені говорить:
Коля, идем поступать во второй вуз. Я не хотел, но я был рад, поэтому пошли поступили. Меня попросту уговорили. Было крайне тяжело первое время. Как это в принципе происходит? Просто подается в один вуз оригинал документов, а во второй вуз заверенные копии документов. И проблем не возникает в принципе. Главное, чтобы это было, естественно, очка и заочка, потому что по-другому вам будет крайне тяжело. Совмещать очку и заочку крайне легко. Заочки бывают разные, есть с семестрами, есть с триместрами. У меня с триместрами 3 сессии в год. Грубо говоря, они происходят там в сентябре, ноябре и марте, к примеру. А все остальное время мне забирает ДНУ. То бишь у меня неделя до сессии начитка, я все это учу, потом сдаю сессию и отдыхаю снова. Это очень легко все, скажем так, секторами разбивать по году, учить, заранее сдавать. Или просто говорить с преподавателем. Дипломатию никто не отменял у нас. Так, зрозуміло. Дипломатія – це, мабуть, перше, що потрібно студентові для того, щоб не просто вчитися, а ще мати досвід у повсякденному житті, тому що це теж вам знадобиться. З приводу студентської ради, от що вона виконує, які її основні функції і якою є місія для університету? Смотрите, єдине, от якщо основна місія – це защита прав і свобод студентів, які вчаться в вузі. То бишь мы занимаемся, скажем так, решением тех или иных конфликтных ситуаций со студентами, между студентами или преподавателями между студентами. Все эти какие-то комбинации мы стараемся, ну, мы входим в разные комиссии, которые решают то или иное, мы контролируем качество образования на тех же комиссиях, мы можем контролировать преподавательский состав, проректоров, в принципе, тоже только по нашему разрешению избирают. В общем, студенческий совет, скажем, такая неотъемлемая сторона вуза. Угу. А це от сказали ви, що є контроль навіть викладацького складу і навіть проректорів і ректора. Є таке поняття конкурсної комісії, де розглядаються кандидатури на преподавателя, і ми приймаємо участь в, скажімо, на голосуванні за або проти. А чи прислухаються до вас викладачі, тому що ви ще не маєте досвіду, ви лише студенти? До сих пор время от времени так говорят многие, при том еще, что мы не понимаем, что мы делаем, мы просто делаем, потому что можем. Как-никак, весь мой студенческий совет, мы подкованы в этом плане законодательно и юридически, мы понимаем, что происходит, и если происходят какие-то неправомерные действия в сторону студентов или наоборот, мы это стараемся как можно более объективно решать. Одна засвіта у вас юридична? Нет. Ні. І, Микола, останнє вже питання на сьогодні. Хотілося ж ми повернутися до теми студентського фесту, який ось вже завтра буде. Тож, про нього ще і наголосіть, щоб люди прийшли, подивилися, щоб їм було цікаво і взагалі, щоб вони отримали максимум з того дійства, на яке вони потраплять. Так, я считаю, что если ты абитуриент или там уже 10 класс, ты обязан прийти к нам на ДНУ фест, потому что ты придешь, увидишь, кто как учится, куда ты хочешь поступить, может передумаешь, куда хочешь поступить, потому что лично я хотел учиться на инженера-строителя в ДИИТе, в итоге перепутал все максимально, как-то перезахотел, скажем так, когда пришел именно на 1-3 ДНУ, там просто заинтересовали. Плюс ко всему это будет интересно, будет чем заняться в субботу, новые знакомства, какие-то интерактивы, которые будут там происходить. І, в принципі, хороша атмосфера буде. Так, можна ще додати, що там, на цьому фестивалі, можна буде подивитись на досягнення студентів, студентської молоді, наукової молоді, поговорити з викладачами, тому що там теж будуть представники з кожного факультету, і можна буде подумати про ті розробки, які вже є на сьогодні, прогресивні і передові, і навіть унікальні, які пропонує Дніпровський національний університет імені Олесі Гончара. Отож, справді так, все це буде, і наука, і розваги, і знайомство з викладачами, кафедрами, і зі студентами, звичайно, ви подивитесь, ви дізнаєтесь усе, що потрібно знати абітурієнтові. Тож, дуже дякуємо вам, Микола, що прийшли до нас, до нашої студії і на прес-конференцію. Сподіваємося, що це теж буде цікаво для містян. Отож, завтра, будь ласка, приходьте на ДНУ фест. А ми з вами прощаємось. Це була прес-конференція на відкритому. До побачення.